Хей, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Sonic Hedgehog 2. И это у нас уровень под названием Пещера. Нет, если так смотреть, то кажется, здесь много довольно. Чё? Ну, меня подставили. Блин, а в каком Сонике было это в Кинефе херня? И долго не вспомню уже. Надо было на ходичке присесть. Же мне везет. Ловушки. Где смерти? Ладно, я зря потратил. Ту-ту-ту. А эта херь может раздавить. И будет как обычно. Один труп. Вот что будет как обычно. Надо 2 минуты 3 секунды. Первый акт пройден. Третий Хэчкок, по идее, там более обширно сделали. В плане того, что там и роботы есть вот эти бонусные. И в Наклсе тоже. В Наклсе я вообще посмотрел там... много всего интересного. Поэтому, ребят, я не знаю, что я буду делать. Sonic и Knuckles. Потому что там 3. Нет, 6, даже 8 концовок. Понимаете? 8 концовок. Или. Нет, подождите. Пойди за каждого персонажа. По-по-по-по. По концовке. Ну, плюс, если мы сейчас соберем все кусочки хаоса. Это была подстава. Это была подстава. Данчик, типа. И заметьте, там по-любому смерть. Почему он не хватает? Он не хватается? Я чё, виноват? Ну, типа, хотите сказать, я сейчас в этом виноват был.
Давайте, скажите, что я виноват, что я упал вниз. А это ни в чем не виноваты хитбоксы. Да ну. Чисто я мог бы проиграть всю игру именно в этой территории. Ладно, не буду рисковать. Хотя... Ты знаешь. Да, надо было меня разбудить, вы чё? А, я не вижу смысла туда идти. Видите, даже не срабатывает, чтобы пойти в портал. А мне камни вот эти дамажат или нет? А, меня дамажат именно. Именно каплевидные. Хорош Тейлз. Хорош Тейлз. Хорош Тейлз. Ну чё, народ, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.